Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube канала. У нас сегодня очередное видео с лотом на аукцион Виолити. Вот такой у нас эмблема Олимпиады, Примус. Вот. В принципе, думаю, что использовался он уже очень далеко. Давно, извиняюсь. Что у нас здесь, в принципе, здесь все закрыто. Присутствует только одна вот подпорка. Вот. Здесь надо чистить. Нету ручки для регулировки. Вот подачи керосина, я так думаю. Вот, открутим сейчас быстренько. И посмотрим. Так, что у нас тут по насосику. О, в принципе, насос выдвигается. Вот, в принципе, не сильно ржавый. Думаю, что надо внутри поменять резиночки. Никакого сопротивления не видно, нету. Вот внутренний мир, конечно, там не увидим. Вот. Я думаю, что воняет керосином. Вот. Я думаю, что не для кого не составит никакого труда восстановить, под восстановление. Почистить, помыть. Вот. Я думаю, здесь у нас какие-то надписи есть. Надо вот почистить, здесь какие-то надписи есть. Да, есть сейчас какие-то надписи. Лот будет на Виолити Примус. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.